Типичные подводные лодки могут пробивать лед толщиной около метра. Лодки, которые были специально для этого усилены, могут проходить толщу льда около 3 метров. В любом случае, всплытие в таких условиях является очень опасным. Лед может выглядеть гладким на поверхности, но он изобилует гребнями и килями, спускающимися на глубину до 15 метров, поэтому выбор правильного места является ключевым. Как только экипаж находит подходящую точку прорыва, подводная лодка медленно поднимается, пока парус не соприкоснется со льдом. Сжатый воздух выталкивает воду из балластных цистерн для увеличения плавучести лодки до тех пор, пока восходящая сила не раскалывает лед. Люк используют бензопилу и вручную расчищают доступ для подводников. ВМС США отрабатывают такие маневры в Арктике на учениях, которые проводятся раз в два.